Привет, с вами Виконста. Сегодня мы поговорим о банковской системе. С 2014 года в Донецке перестали работать абсолютно все украинские банки. Спустя некоторое время у людей начали возникать вопросы. Где получать заработную плату, так как банки не работают? Где оплачивать коммунальные услуги? Где пополнять мобильный счет? Но все разные платежи, которые в обиходе для обычного жителя, не такие заметные, так как это все было, ну, обыденностью. Создался единственный банк, который до сих пор работает на этой территории, это Центральный Республиканский банк. И потихоньку все перестраивались под рубль, так как банки украинские не работают, гривну никто сюда не завозит. Ну и в процессе всего плавно перешли в рублевую зону. Но вот до сих пор этот банк работает. Многие получают здесь заработную плату, многие оплачивают коммунальные услуги, можно оплачивать через почту. То есть, вроде бы банк существует, но есть какие-то ограничения. Этот банк не признанный никем. То есть, мировое сообщество, другие банки, которые поддерживают международные переводы, поддержка Visa, MasterCard, Maestro, тот же МИР, который присутствует в Российской Федерации, у нас этого нет. То есть мы лишены цивилизации, так назовем. Так как, в принципе, раньше можно было с карточки переводить, оплачивать, покупать билеты, покупать там мобильные телефоны. На данный момент можно с помощью карточки этого банка оплачивать услуги в магазине, оплачивать некоторые покупки, где есть терминалы. Быть может, этот видеоролик будет не сильно интересен тем людям, которые проживают не на этих территориях, а там, где банки полноценно осуществляют свою деятельность, но будет предназначен для тех жителей, которые, ну, используют этот банк. Я хочу поделиться такой информацией. С недавнего времени Центральный Республиканский банк ввел интернет-платежи. То есть для молодежи, для тех, кто пользуется услугами, либо оплачивает ту же самую коммуналку, не нужно будет стоять в очереди. Если вы хотите пополнить мобильный телефон, пополнить интернет, то есть нужно было вам раньше ходить куда-то в терминал, пополнять, также и коммуналку, стоять в очередях на почте, либо в банк, чтобы заплатить. Но сейчас ввели такую функцию, как онлайн-платежи. Я зашел на сам сайт банка. Вы точно так же можете зайти и посмотреть, что же здесь ввели нового. Переходим на сайт, заходим в эту вкладку и нажимаем «Войти». Здесь высветилось окно, окно входа. Если вы не зарегистрированы здесь, то регистрация здесь очень простая. Прежде всего, нужно иметь карточку этого банка. То есть номер карточки вы здесь вводите, телефон, Феникс. Это те, кто использует. Ну, в основном сейчас многие используют его, так как другого альтернативного оператора, кроме МТС, нет. Ну, на МТС нет ни 3G, ни 4G. А сейчас, ну, 21 век на дворе, без интернета, ну, никуда. Поэтому в основном все сейчас используют Феникс из-за интернета. Потом вы заполняете контрольные вопросы. Ну, в принципе, стандартная схема регистрации. Отвечаете на контрольные вопросы, то есть абсолютно любые. Сами придумали, сами ответили. Это вдруг, если вы забудете пароль. С договором банковского обслуживания ознакомлен, галочку ставите. Если кому интересно, можете почитать. Вводите капчу и далее нажимаете. Потом вам приходит код. У меня есть возможность вам показать, что за кабинет здесь, какие платежи, поэтому давайте войдем в личный кабинет. Вы также можете войти после регистрации. После этого вам приходит смс-ка, и вы заходите на главную страницу вашего личного кабинета. Кстати, за регистрацию с вас снимают 50 рублей. То есть это единоразовая услуга, после которой больше с вас за регистрацию снимать не будут денег. Теперь давайте
прогуляемся по личному кабинету, что же здесь есть, то, что я рассказывал на словах, теперь можно это все дело поклацать. Первое – это тарифы. Давайте зайдем в тарифы, и вы сами посмотрите, какие здесь присутствуют тарифы на услуги, то есть услуги вашего личного счета. Ну, кому интересно, вы сами можете зайти, либо вот сейчас почитайте, либо нажмите на паузу. Сильно долго зацикливаться на моментах не будем. Я думаю, кому интересно, тот этот сам все проштудирует. Единственное, что мне нравится, это оплата коммунальных услуг. В других странах для кого-то это будет, наверное, нонсенс. То, что сейчас на дворе 21 век, и люди не могут с дома заплатить за некоторые услуги. Ну, а что делать? Такая у нас жизнь. Куда нам деваться? Вот на данный момент есть уже такая услуга, то есть оплата коммунальных платежей через интернет, то есть с помощью этой карточки. Вот давайте зайдем в платежи, я вам покажу, какие здесь платежи присутствуют. То есть другие сервисы, телевидение, вы можете заплатить за телевидение, то есть у кого какие поставщики услуг, то есть выбираем, к примеру, ДКТ, и сюда вводите лицевой счет, счет списания, выбираете свою карточку, либо счет, и сумма платежа. И далее там по инструкции вы все прекрасно заполните, и с вашего баланса снимутся деньги и отправятся на ваш счет. Точно так же можно заплатить телефонию. Кто пользуется Комтелом, Фарлеп, Феникс, Ньютон, вот на данный момент есть такие поставщики. Заходите, вводите номер телефона, кому хотите пополнить счет. Счет списания, выбираете свою карточку, либо ваш счет личный, и вводите сумму платежа там. Ну, к примеру, 550 рублей, либо 1000 рублей, ну, неважно. Нажимаете далее, и списываются с вашего счета деньги, оплачивается так интернет. Дальше. Можно оплачивать коммунальные платежи. Также есть бюджетный платеж. Вы создаете его и, в принципе, заполняете свои данные, оплачиваете. Либо штрафы ГАИ, если у кого-то есть админ, протокол, либо постановление. Ну и другие прочие услуги. Коммунальные платежи. Наверное, большинство людей, кто имеет карточки, начнут оплачивать коммунальные услуги. Зашли мы в оплату коммунальных платежей, и сюда нужно вам будет ввести 15 цифр. 15 цифр – это код ЕРЦ. У каждого абонента есть код. Если кто не знает, вы можете свою платежку открыть, и сверху, ниже вашей фамилии, будет написан этот 15-значный код. Вы его сюда вводите, и после этого нажимаете «Далее», откроется ваш личный кабинет. И тут у вас будет написано «Услуга», то есть все услуги, которые вы пользуетесь, фамилия, имя плательщика, адрес ваш, который зарегистрирован на этот ERC-код, и долг. После этого вы можете выбирать любые услуги. Ну, к примеру, давайте выберем вывоз ТБО. После этого открывается ваш счет, и потом вы вводите просто сумму платежа, к примеру, 500 рублей, если там в месяц, я не знаю, 25-27 рублей, кто как платит. Нажимаете «Далее» и оплачиваете сумму платежа. Я думаю, сегодня я сделал для вас полезный видеоролик. Также вы сделаете немного полезности для меня. Подпишитесь на канал, если вы не подписаны. Также пишите комментарии, что для вас интересно. Какая жизнь на Донбассе в реальности? Может, что-то другое рассказать, какие-то другие темы затронуть. Поэтому спасибо, что просмотрели этот видеоролик. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока.